Друзья мои, всем привет! Сегодня приготовим вкусный и ароматный куриный рулет. Готовится он до безобразия просто, а подать можно как на праздничный стол, так и на обычный семейный ужин. Давайте приготовим. Для блюда нам понадобится 3 куриных филе, 100 грамм шпината, 200 грамм бекона, 100 грамм сыра, приправа курицы, соль и свежемолотый черный перец. Готовим начинку. Берем сыр и натираем его на крупную терку. Сыр можете брать любой. Моем и сушим листья шпината и нарезаем его, не очень мелко, произвольно. Выкладываем шпинат в мисочку, где находится наш сыр. И теперь хорошенько смешиваем сыр со шпинатом. Берем куриное филе и разрезаем его вдоль, но не до конца. Смотрите, как делаю я на видео. Раскрываем филе, как книжечку. Теперь убираем наш кусочек куриного филе в пакет, либо под пленку. Отбиваем куриное филе с двух сторон. Следите за тем, чтобы толщина была равномерной. Теперь добавляем по вкусу соль. Добавим по вкусу свежемолотый черный перец. И добавим, конечно же, приправу для курицы. Также по вкусу. Теперь на середину нашего куриного филе выкладываем начинку – шпинат с сыром. И теперь аккуратно сворачиваем в рулетик. Не торопимся, сворачиваем плотно. По желанию можно подколоть края зубочистками, чтобы не вытекла начинка. И теперь оборачиваем наш готовый куриный рулет в полоски бекона. Повторяем манипуляции с каждым куриным филе и выкладываем готовые рулеты на противень, либо форму для запекания. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-45 минут примерно. Ориентируйтесь на вашу духовку. Вот такая красота у нас получилась. Очень ароматно. Сервируйте так, как посчитаете нужным. Посмотрите, нарезается очень легко. Мясо невероятно нежное и сочное. Все отлично пропеклось. И отлично поджарился бекончик.
Сыр растекается. Начинка тает во рту. Курица очень сочная, насыщенная ароматами бекона. Такое блюдо будет сочетаться с абсолютно любым гарниром. Овощами, пюре, макаронами, рисом. Готовьте, точно не прогадаете. А я желаю вам приятного аппетита, друзья. И если вам понравился рецепт и видео, буду очень благодарна за лайк либо комментарий. Подписывайтесь на мой канал. Давайте готовить вместе. Быстро, просто и вкусно. Всех обняла и поцеловала. Еще раз всем приятного аппетита. Всем пока.